Ребят, в конце тренировки было очень интересное упражнение «Двусторонка на трое ворот». Расскажите, пожалуйста, в чем смысл такой двусторонки? Вот как раз было вот это упражнение, то, чтобы быстро могли перемещаться с одной стороны на вторую, и поэтому сегодня делали такое. То есть одна команда атаковала на одни ворота, а вторая могла атаковать вдвое ворот? Ну да, вот я говорю, что потом поменялось, потому что в игре тоже так бывает, когда быстро с одной стороны переходит между другую сторону, и надо быстро перемещаться, и в этом было и суть этого упражнения. Что проще, что сложнее, когда у тебя цель в одних воротах или когда можно использовать двое? Ну, для меня, как защитника, лучше, когда обороняешь, конечно, одни ворота, а для нападающего, конечно, лучше, когда у него есть всегда два варианта, да, и как бы так можно сказать. Как настроение вообще на этом сборе? Не, настроение хорошее, потому что мы знаем, что это уже последний сбор. Уже все с нетерпением ждем с начала чемпионата. Условия очень хорошие, отель, поле, поэтому погода хорошая, и как может быть плохое настроение?